Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самайуктам Виндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасакипасиндвевачу Патитанам Пабунебха Вайшнабхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангхайтигирам Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Шнабхактипаде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сварасвати весам тату жайо мудират Шанкетане Кришна катопадеше Гаурия патрашо пракасанеча Саданурахта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагод баранья Дейям сада паривабхагна бхавишчадухам Тетхаспадам сива виранчанутам сараньям Бхиттатихам панатапал бхавадипутам Банде махапурушате чаранаравиндам Ятпад паллавана качандамани чатая Виспуржитакимапикапавадушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти сарадхикамай кадакипам карош. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджануламбита Бхужау Канакавадату Сангиртаной Кавитару Камала Ютакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тапа Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванурупенна саданаранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вибхушита вама бхагам Нараяно прияманга мадапахарам Баранаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджасу бадане лакшмир жаса ча бхакшаси ясьясте хиде самбир вам нишингам хам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Ноте биду сварто готим хи вишну, дура саяде бахирартаман, андха ятандхи рупани аман, тейо писичатан тамурдам нибадья, ноте биду сварто готим хи вишну, дура саяде бахирартаман. Анхая тандхи рупани аманам, тейо писичатанта мурдам нивадья. Горья Гошипати, Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру, told that people standing in... Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что люди, которые находятся на одном уровне, если они будут говорить что-то о вещах, находящихся на другом уровне, и вот когда кто-то говорит что-то о тех вещах, которые находятся на другой платформе, вне уровня досягаемости таких говорящих, ну и Шрила Прабхупад говорит, что нехорошо говорить о вещах, которые происходят на другом уровне. А если такой человек это делает, то различные проблемы возникают. Шрила Прабхупад говорит, и вот если кто-то комментирует вещи, которые вне его осознания, те вещи, о которых он не может ничего понять, а говорит, то что толку от этого? И вот, к сожалению, это ситуация, текущая ситуация в обществе, и Прахлад Махарадж говорит то, что перед Хираньякашипу он воплощение Камини и Канчаны. И вот те... И вот когда эти два гуру Прахлада Махараджа привели его к Хираньякашипу, чтобы похвастаться, то Прахлад Махарадж на вопрос отца, откуда ты узнал о Вишну, то Прахлад Махарадж сказал, что мои гуру, они не способны осознать Вишну, поскольку Вишну – это наивысшая цель нашей жизни, цель всех душ, и они не знают ничего о Вишну, и, соответственно, ничего не могут сказать. И если они не знают ничего о Вишну, как они могут научить меня чему-то, что связано с Вишну? На самом деле они всегда... У них есть такая материальная концепция, материальное представление обо всем. Их ум, их все, оно постоянно направлено во внешний мир. Шабда Спарша, Рупа Раса, Гандха, пять этих элементов наслаждения. Пракрити Деви, природа, Дурга, Майя, она украшает... Она открыла такой рынок наслаждений, где все эти пять видов наслаждений есть, и обусловленная душа, она стремится к этим наслаждениям. Она пытается наслаждаться этим материальным миром, и они никогда не пытаются понять, что то наслаждение, которое мы ожидаем получить, оно не вечно. В Бхагавад-гите много раз говорилось раньше, и вот в гите Бхагаван Шри Кришна говорит, те, кто по-настоящему разумны, они не стремятся к материальным наслаждениям, поскольку эти материальные наслаждения, они имеют и начало, и конец, они не вечные, и в итоге майя, она поместит нас в океан страданий. И вот обусловленные души, они настолько глупы, что не понимают этого, и они привлекаются Шабда Спарша,
рупа, раса и гандха. То есть прикосновением, красотой внешней, запахом, вкусом и ароматом. И вот Кришна Бхагаван говорит, что любые материальные вещи, они могут дать нам какое-то наслаждение, но временное, на какое-то время. Это продолжается, но формула материальной цивилизации. У них девиз современной цивилизации, вот ешь, пей и наслаждайся. И это девиз современной цивилизации. И как они могут что-то понять о сокровенной Бхагават-татве? И тот, кто говорит о Бхагават-татве, можно видеть, такие люди тоже несовершенные в этом, не всегда совершенные, и в этом нет решения. И вот Кришна Бхагаван говорит, что наслаждаясь, мы в итоге попадаем в океан страданий, но обусловленные души все равно стремятся к наслаждениям. И как же узнать нечто о Бхагават-татве? Умы людей постоянно направлены наружу, стремятся к каким-то материальным вещам. И вот как пример, о котором я дал вчера, Дакша Праджапати, его ум и сознание, оно всегда направлено снаружи. У него нет антардришти, внутреннего взгляда. Садху, они смотрят внутрь себя, когда мы видим какого-то подлинного статвавид садху Махабхагавата. Я не знаю, есть ли у вас опыт такой или нет. У меня есть такой прямой опыт, я знаю, когда. И вот у меня есть такой практический опыт, когда бы я не смотрел на какого-либо великого Махабхагавата, как Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или еще кого-то. Сейчас, к сожалению, большинство из них ушли из этого материального мира. Но в то время у меня есть такой практический опыт, и вот я смотрел на них, и я чувствовал, что они буквально потеряны в другом мире. Их сознание не направлено снаружи, оно внутри, они антардришти, как будто они потерялись внутри себя. И вот такие великие садху Махабхагаваты можно видеть, что они не смотрят снаружи. У них есть внутренний взгляд, они погружены в себя. Хотя внешне может как-то выглядеть, что они смотрят куда-то снаружи, но это не так. Как Горкишвар Дас Бабаджи Махарадж находился на берегу Ганги. И вот он построил себе баджан кутир, и там были какие-то местные хулиганы. Они ругали Парамхамса Бабаджи Махараджа, и Бабаджи Махарадж, он... Ну, в общем, эти хулиганы, они говорили Бабаджи Махараджу, думали, что Бабаджи Махарадж смотрит на женщин, которые омываются в реке, но Бабаджи Махарадж, он думал о Вриндаване всегда, и вот эти хулиганы иногда камни в него кидали. А Бабаджи Махарадж говорил, что я пойду и Яшоде пожалуюсь на ваше поведение. И вот смотрите на даршан Горкишвар Дас Бабаджи Махараджа, но всякие скверные материалисты, они
думают в соответствии со своим узким мышлением. Я уже говорил, что если вы будете слушать о какой-то сухой философии, то толку нет от этого. Если вы слушаете Харикатху, то я могу ожидать, что ваше мировосприятие, мировоззрение, даршан, он изменится. И вот сейчас ваш даршан не такой, какой должен быть. Он у вас такой достаточно узкий, и вы не можете видеть все. И вот я буду рассказывать, как же развить такое широкое мыслие. Я много раз говорил об этой шлоке. Чем больше вы слушаете подлинную Харикатху, это подобно лекарству, такое то, что спасает нашу жизнь, если мы искренне. Шрила Прабхупад говорил, те лицемеры и апаратхи, те, кто совершали великие оскорбления лотосным стопам Гуру Вайшнавов в адрес лотосных стоп Харинама Прабху и внешне, хотя они могут, вроде бы ходят на Харикатху и слушают, но все же они не могут обрести благо. Шрила Прабхупад говорит, может, они слушают Харикатху, но все же даже после слушания Харикатхи от возвышенных самосознавших себя душ, если такой человек не говорит из своей памяти, говорит из сердца, Шрила Прабхупад говорит, хотя есть такие большие оскорбители, те, кто совершают оскорбления в адрес лотосных стоп Харинама Прабху или Вайшнавов, если они слушают Харикатху от из уст великого чистого преданного, все равно они не получат результат, поскольку их оскорбления оно будет служить как будто изолятором. Из науки мы знаем, чтобы если между двумя электрическими проводами будет изоляция, то мы не можем ожидать, что ток будет течь по этим, между этими проводами, поскольку они изолированы. И вот эти оскорбления, они подобны такой изоляции. И вот также, если кто-то совершает оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнавов, Намы, Прабху, то тогда они теряют свое сознание и связь с Божественным, они теряют свое сознание. Их сознание может деградировать до такого уровня, что они станут, что они как бы слушают, но не слышат. И таким образом, если мы будем с таким жестким сердцем слушать Харикатху, то она не изменит наше сердце. А если мы не чувствуем вдохновения совершать Харикатху, если мы не чувствуем вдохновения после Харикатхи совершать баджан, если увидев вайшнавов, мы не вдохновляемся их примером, то если мы усталость постоянно чувствуем, то в этом случае вы должны понять, что у вас какие-то оскорбления есть, и вы должны обнаружить, почему вы не чувствуете вдохновения совершать баджан. Это значит, как какое-то оскорбление у вас есть, нужно найти его, вспомнить, когда, может, вы осознанно или неосознанно совершили какое-то оскорбление, исправить это, и тогда вы поймете, если с оскорблениями вы слушаете Харикатху, если ваше сознание еще... То есть если вы искренне слушаете Харикатху, то вскоре вы почувствуете, что вы возвышаетесь и поймете, что есть что. И какие-то сомнения могут возникать, но если после, даже слушая Харикатху, вы не можете найти решение, вы должны спросить
у Гуру Вайшнавов, поскольку если это какое-то сомнение, недоверие будет в течение вашей жизни, вы не сможете найти решение этому, то тогда веру вы не сможете развить. А если вы не сможете развить стопроцентную веру, то тогда вы не сможете достичь успеха. И поэтому в Гите говорит самшаятма винашети, те сомневающиеся скептики, они для них нет решения. Единственное, что можно сделать, это развеять это сомнение. И тогда можно ожидать, что наше сознание будет развиваться. А когда оно развивается, мы осознаем, кто такой саду, кто такой нет, что такое подлинная харикатха, что такое материальное, вы все осознаете. Но все зависит от вашей сатсанги. От того, какую сатсангу вы совершаете. Может, вы совершаете сатсангу, и асатсангу также, и такая смесь не позволяется на пути чистой преданности. И вот на пути баджана, если вы хотите достичь успеха, вы должны совершать сатсангу. Сатсанга значит, вы должны оставить асатсангу. Сатсанга, если вы заинтересованы в сатсанге, то тогда вы должны оставить асатсангу, поскольку сатсанга и асатсанга, они не могут существовать. Если это происходит, значит, какое-то лицемерие у вас. Сатсанга значит, что вы потеряете связь с асатсангой. Вы должны понять, что такое сатсанга. Сатсанга очень важна. Лавамада садусанга савасичихой. Это не шутки. Но вы не чувствуете вдохновения. И поэтому вчера я сказал, Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит, что те, кто те, кто совершают сатсангу, должны оставить асатсангу. Люди часто имеют неправильное представление о сатсанге, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что главное, вы должны слушать харикатху от саду, учиться их поведению, очарованному характеру и применять это в своей жизни постепенно, чтобы получить результат. Иначе что толку совершать сатсангу? Все совершают сатсангу, но и вот я говорил об этой теме на прежней харикатхе. В тонкой, в очень тонкой форме вы не можете даже представить, а сатсанга может появиться. Это может внешне выглядеть невозможным, но может быть. И это тоже надо учитывать. И вот Шрила Прабхупада говорит, перед тем, как достигнуть силы в баджане, на пути баджана, я имею в виду, пока вы не обретаете достаточно читбола, духовной силы. Читбол значит такая сила апракрита, сила сознания. Итак, трансцендентную силу вы можете получить через Гуру Вайшнавов, а не прямо. И вот перед тем, как достигнуть этого, обрести этой достаточной силы, чтобы избавиться от всех проблем и прочее. И вот, и мы также должны отказаться от асатсанги. И если вы сможете осознать, что это асатсанга, это сатсанга, и если у вас будет огромное стремление к сатсанге, но вы, если вы сталкиваетесь с асатсангой, но у вас, если будет знание, что от асатсанги сознание деградирует, то вы будете осторожны. Вот Шрила Прабхупада говорит, перед тем, как достигнуть пуна адхикара, совершенного адхикара. И поэтому Шрила Прабхупада часто говорил на эту тему.
И вот эта шлока, я много раз говорил о ней, вы должны понять ее, что такое сатсанга, что такое асатсанга, как совершать сатсангу, очень важные вещи, мы должны понять это все. И таким образом, если вы сможете избежать асатсанги полностью в вашей жизни, то тогда вы почувствуете, что сила приходит к вам. Осознанно или неосознанно, если вы совершаете асатсангу, в этом проблема, и те, кто обманывает вас, дурачит вас, вы можете осознать очень просто, и вначале вы должны открыть ваши глаза, сейчас вы слепы, как Прохлад Махарадж говорит. Как мы можем ожидать руководства от слепого человека? Как мы можем ожидать руководства от слепого человека? Слепой человек не может сам идти, не знает, куда идти. Как мы можем ожидать, что он будет вести нас? И вот такие обусловленные души, они не знают о подлинном благе, подлинном интересе своей души. А подлинный интерес души — это бхакти, это преданность. Но вот в этой шлоке говорится, что не все об этом знают. Есть такие бахи прагья чалита, те, кто всегда думают о каких-то внешних вещах, а чистые саду, их внимание всегда внутри себя. Они антардриши. Если вы говорите с каким-то саду, если вы не слепы, если ваши глаза открыты, услышав харикатху, вы сможете осознать это. Если вы что-то спросите, саду сразу ответят, поскольку они с того мира. Хотя физически можно видеть, они иногда могут в этом мире находиться, но это не так. И вот Прохлад Махарадж говорит, вот Махарадж приводит пример с этим, с быком. Если его привязать на веревку, то он ходит вокруг этого места, где он привязан. И вот в киртане Шрила Бхактивинода, вот в одном из киртанов есть такие слова. Шрила Бхактивинода Такура описывает, что мы как ослы стремимся к майе. И вот мы должны слушать харикатху, и у нас должно быть четкое, ясное представление о Гуру Таттве, Вайшнава Таттве, Ачарья Таттве, поскольку это первый совет Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада всегда говорил о том, что мы должны пытаться понять Вайшнава Таттва, Гуру Таттва, Ачарья Таттву, и тогда никто не сможет обмануть нас, поскольку если мы осознали это, то все остальное автоматически произойдет. И вот те, кто несут флаг Бхагавад-дхармы, мы не можем поверить им, поскольку у кого-то из них есть склонность к обману. И вот если кто-то несет флаг дхармы, но сам не следует ничему, и также если мы под именем благого общения обретаем асатсангу, то это плохо. Сатсанга, она очень и очень могущественна, нет никакого другого пути, кроме сатсанги. Сатсанга — это единственный путь, открытый перед нами. Садусанга — без сатсанги нет никакого другого пути. Но если мы обретаем так много сатсанги, которые происходят здесь и там, я вчера говорил,
если вы действительно разумны, действительно умны, как вот в этой пословице говорится, что те, кто совершают харибаджан, они очень разумны, они знают, как занять в харибаджане, как занять себя в харибаджане, избавиться от материальных связей. И такие люди очень и очень разумные. Они знают эту формулу, как избегать асатсанги, как занять себя в харибаджане непрерывно. Они знают эту технику. И есть четкое представление о ней. И вот много раз я говорил раньше, Горги Шурдас Бабаджи Махарадж говорит Бимала Прасаду, это цитата, мы слышали от Шрилы Прабхупады, и вот Шрила Прабхупад говорил, что мой Гурудев иногда говорил: «О май Прабху, пытайся быть занятым в харибаджане, в харинаме, и тогда те посторонние люди, пытайся избегать материалистов посторонних». И таким образом Горки Шрадас Бабаджи Махарадж, он давал наставление ему. И вот это невозможно для обусловленной души, может внешне она не обусловленная, но тысячи примеров я могу показать вам, очень опасное состояние. И вот, но это небольшая проблема, но суть в том, то, что обусловленная душа не может действовать как ачарья. Это невозможно, я уже вчера говорил. Обычные люди, они следуют идеализму. Сейчас ситуация такая, что если есть какой-то саду с совершенным идеализмом, то люди могут игнорировать его из-за того, что совершили какое-то оскорбление, не развили свое сознание и не могут понять, что они делают. И вот Кришна, он не берет ответственность всю за нас на себя. А если мы будем думать о Кришне всегда непрерывно, без перерывов, почему? Почему Кришна не может взять ответственность на себя за нас? Поскольку эти обычные люди не думают о том, чтобы совершать баджан непрерывно, может они там полчаса или час или два совершают свой баджан, но потом опять они заняты в материальных вещах. И вот это такая специфическая идея, как понять, что кто-то садгуру в жизни, садгуру, мы не можем найти никакого времени, когда этот садгуру занят в каком-то материальном деле. Шрила Прабхупад говорит, что один из главных признаков садгуру – это их ананья баджан, их уникальный баджан. 24 часа в сутки они заняты в баджане, и это ясное, четкое указание, главный признак садгуру, то, что это его уникальный харибаджан, уникальная харисева, непрерывный харибаджан. И вот поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите: и вот Бхагаван Шри Кришна говорит, те, кто находится в соприкосновении со мной всегда, не так, что полчаса они заняты в каких-то материальных вещах, потом вернулись, нет. И вот эти слова, значит,
непрерывно, без остановок. Они совершают баджан мне, они думают обо мне много раз. Бхагаван Си Кришна говорил, но обычные люди настолько глупы, что сомневаются, когда Кришна говорил. Такие слова, вы поклоняйтесь мне. Но кто-то может подумать, что все говорят так, просто эгоизм какой-то. И так или иначе, если вы выберете какую-то обусловленную душу в качестве ачарьи, то обусловленная душа, если она действует как ачарья, конечно, вы можете понять по их действиям очень просто. Но если вы слепы, то, естественно, не увидите ничего. И вот обычно такая обусловленная душа, оказавшись на посту ачарьи, занимается какими-то вещами, которые не одобряются гурвагой. И в дальнейшем я буду говорить о том, как понять, что тот или иной саду совершенен, что все благие качества явились в нем. И как же это понять? И вот если мы видим, что полностью Шраута Панха в неизменном виде течет через этого ачарью, Шраута Панха Амнайдхара, если она непрерывным образом, без изменений течет через этого ачарью, причем это все естественно, искренне происходит. И вот Махарадж говорит, что делать что-то на показ, подражать, это не баджан. И вот so, not that everybody can speak about the absolute truth. Absolute truth cannot come. Не каждый может говорить об абсолютной истине. Абсолют, поток абсолютной истины Амнайдхара, она может явиться и танцевать на языке чистого саду. Не каждого, вы не можете ожидать этого. И поэтому много раз я говорил. И вот эта шлока, я частично произнес ее, в какой-то день я могу более подробно говорить о ней. И вот вы можете вспомнить, что чистый саду, его язык всегда сладок. Его язык настолько сладок, что он всегда говорит Харикатху непрерывно. Может, он идет по улице, но все же Харикатха внутри его сердца происходит. Он имеет такую непрерывную связь с ним. Я прошу вас возвыситься хотя бы на этот уровень, и тогда вы увидите. Я вот видел в своей жизни вечером, ночью, точнее, где-то в 2-3 утра, Гуру Махарадж вроде бы спал, но его язык танцевал, и я был удивлен видеть. От Гуру Падмы я так много разных вещей узнавал. И вот материалисты, если они действуют как ачарья, как Шандая Марка, они заняты своими этими подсчетами прибыли и потерь. Ну, в общем, этими деньгами только заняты.
Но если посмотреть на жизнь чистого преданного, они не заинтересованы ни капли в этом. Они уверены, что если будут находиться в наставнической линии, то Гаудия Матха он автоматически будет поддерживаться. Мы сами не можем содержать Гаудия Матху. Это автоматически произойдет. Единственное, что мы должны делать, мы должны находиться там и утвердиться в Бхактинодаре. Мы это должны делать, и ничто иного. Мы должны утвердиться в Бхактинодаре. И если я найду в обществе какая-то Бхактинодара, то я... И как можно понять, если вы увидите непрерывный поток Амная-дары? Амная значит Шраута-парампара. Если она идет через какого-то саду неизменно, и вы не можете найти ни единой ошибки в его жизни, может, какие-то физические ошибки или еще что-то. Это не считается за ошибки описки, просто это. И вот так же я говорил, когда я хочу сказать что-то на эту тему, не пытайтесь понять меня неправильно. Если вы какие-то эти ошибки, недостатки находите, то не надо думать, что этот человек сразу не вайшнав. Это может какие-то физические дефекты быть в описании, или привычки какие-то, или еще что-то, но это не значит, что человек не вайшнав. И поэтому Рупа Госвами Пад, он предупреждает нас. Why Pundarik Vidyaniti used to go night time to see, take darshan of Ganga? Because daytime Pundarik Vidyaniti used to avoid daytime. Почему Пундарик Видьянитхи хотел на Гангу, ходил на Гангу ночью? А потому что не хотел видеть, как люди относятся к Ганге. И поэтому, чтобы не видеть этих оскорблений, он кланялся Ганге издалека и ночью ходил, но не днем. Но мы знаем наверняка, что когда мы совершаем арчану, то ни капли воды не позволено. Мы не можем пить, правило такое. И перед тем, как заходите на кухню, чтобы готовить для Верховного Господа, я, конечно, не давлю на вас, но такая система в чистом вайшнавском обществе не каждый может делать это, но это нужно. И если вы смотрите, заходите на кухню Верховного Господа, это Махасан на санскрите называется, вы должны избегать, не есть ничего и не пить. Поскольку если вы поедите, то готовить уже не сможете как следует, но сейчас ситуация другая, все поменялось. Люди слабо чувствуют, поэтому как мы можем на них давить, это плохо, но на самом деле Пундарик Видьянитхи пил очень много воды перед тем, как совершать арчану, и вот кто-то может найти недостаток в этом, что такая отвратительная привычка пить воду перед арчаной, хотя это запрещено. Но эти все запреты, это как бы запрещено, но оставьте для себя эти запреты. Пундарик Видьянитхи, он выше всех правил и предписаний, и поэтому Пундарик Видьянитхи брал воду и пил перед тем, как совершить арчану. Но этот Пундарик, и вот процедура арчаны зовется Бута-шудхи, это очищение такого себя, и поэтому Махапрабху дал эту мантру.
И эта мантра, она Будда Шутхи называется в преемственности Гаудии, но есть другие мантры в Ачан Падьяте. Дева Бутва Девам Арчает. Если вы не сможете очистить себя, как вы можете совершать арчану? Если вы нечисты, то как же можно совершать поклонение? Это невозможно для такого человека совершать арчану. И поэтому перед тем, как начинать арчану, вы должны очистить себя. И вот вы должны подумать. И вот после того, как вы проснулись, нужно помыться, очистить себя и сесть на асану, совершить ачаман, начать баджан. И вот обычные люди не могут следовать таким правилам и предписаниям строгим, в этом проблема. И обусловленная душа, когда действует как ачарья, сейчас я буду говорить серии Харикатхи. По милости Гуру Вайшнава, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура, и по вашей милости также. Вы должны помнить и переварить, следовать всему. И тогда на 100% я уверен, никто не сможет обмануть вас. Все признаки, в начале всего, не должно быть никакого лицемерия. Если вы чистосердечно и искренне, то Баладев откроет ваши глаза, и вы сможете видеть вещи такие, какие они есть. И в чем же признак? Главный симптом чистого ачарьи – это непрерывный поток бхакти-винод-дары. Мы можем обнаружить его, обнаружить это в его жизни. Непрерывный путь, непрерывный поток шаута-панхи, амная-дара. И вот сейчас я хочу рассказать об Амная Даре, чтобы вы поняли, и не было у вас возможности понять меня превратно. И вот можно вспомнить, вчера я говорил, Прасадам, Махапрасадам, он может просто освободить нас от материальных оков, но почему мы не получаем этого освобождения? Почему? Вчера я говорил, что Удав говорил Прабху Бхагавану: «О Прабху, и на 100% точно, что, о Господь, мы используем все в качестве Твоего просада, гирлянды, эти благовония, эти чандан и все остальное, твои одежду, твою аланкара, украшения и прочее, остатки твоей еды. И вот Удавджи Махарадж, он радуется, произнося все это: «О Господь, нет сомнения, что мы принимаем твой просад, но не освобождаемся. Какова же причина? Какая ошибка есть ли? И просад ли мы то, что мы принимаем? И следуем ли мы всем правильным предписаниям? Поддерживаем ли мы чистоту? А если это просад, то почему майя не уходит? И такие вопросы могут возникнуть. И признаки, о которых я буду говорить сейчас, чтобы вы осознали качество чистого саду, никто не сможет обмануть вас. Я заверяю, с различных точек зрения я покажу вам. И вы должны понять это. И вот. И вот те, кто совершают достаточно гуру вайшнава севы, чтобы получить полную силу самосознания, чтобы получить самосознание, такие и
такая самопроявленная ачарьятва может явиться перед нами автоматически через служение чистым гуру и вайшнавам. Через служение чистым гуру и вайшнавам, несомненно, они обретут силу. И гуру сева, чистая гуру сева без какой-либо корысти, она должна быть свободна от всякой корысти, а тогда автоматически это может проявиться вечная ачарьятва, подлинный идеализм, он проявится. И вот мы должны помнить то, что Удав Прабху говорит, любой просад мы должны принимать, и он даст нам какие-то особые возможности, поскольку мы знаем, в читании Читамрити говорится, и Джагатананда Пандит в Прамавиварте говорит также, он говорит, что остатки просада вайшнавов, пыль из, от их стоп и вода амыша, их стопы, эти три вещи, они являются катализаторами на пути баджана. Я могу также рассказать о совете Рамануджачари. Рамануджачари говорит практически, я почувствовал в своей жизни, я даже могу опубликовать это, поскольку преданные могут узнать много интересного из этого. И вот Рамануджачария говорит, случайно, если вы идете, если вы говорите с какими-то пашанди, бессердечными людьми, которые совершали много вайшнава аппарат, то в этом случае вы должны сразу же принять омовение в Ганге, Кавери или в другой святой реке, или, по крайней мере, в уме принять омовение. Вы должны принять воду, омывшую стопы вайшнавов, чтобы очистить себя, иначе в тот день вы увидите, что это черный день в вашей жизни. Однажды вот я не смог говорить Харикатху в Нрисимха Чатурдаши, я потом думал, какова же причина, и потом я вспомнил, что я вот забыл, что я совершил ошибку. Ну, в общем, там ситуация была, что какой-то нехороший человек пришел к Махараджу, риса пожертвовал мешок и 1000 рупий дал. И вот и Махарадж, когда вернул все ему и принял омовение, и тогда он смог говорить Харикатху на следующий день. И вот здесь Рамануджачария говорит, что если вы встретили случайно с каким-то майвади, то вы должны очиститься, приняв чарнамриту со стоп вайшнава или гумутру, это мочу коровы, она тоже очищает. И вот также перед принятием прасада наше умонастроение, оно должно быть идеально. И мы должны помнить вот эту шлоку, которую написал Шрила Бхактивинода Тхакур о славе Махапрасада. И вот те, кто чистые вайшнавы, парамахамсы, они везде видят своего Иштадева, поклоняемого Господа. Они всегда, везде и всегда видят своего Иштадева, но не все могут поверить в это, поскольку не каждый может достичь этого высокого уровня, а Парамахамса Вайшнав всегда видит своего Иштадева, поклоняемого Господа везде, и поэтому они так могущественны. Они везде видят своего Иштадева, и в Гите также.
и с Бхагаватам. И вот когда закончу эту тему, я перейду к Амнайадхаре, о наставлениях Шрилы Бхактивинода Тхакура на эту тему. Я не забуду сегодня. И вот в Шримад Бхагаватам Махапуране описывается Адвайгьян-таттва, вы же знаете этот термин. И вот Адвайгьян-таттва – это не шутки, и те чистые вайшнавы, которые пытаются спасти обусловленных душ, они все утвердились в Адвайгьян-таттве. Много раз я говорил раньше, что внутри Адвайгьян-таттвы много разнообразия относительно джива-таттвы. Я тоже буду говорить подробно об этом, о джива-таттве, почему различные дживатмы приходят с различными самскарами, какова причина. И вот также, вы знаете, те, кто не утвердились в Адвайгьян-таттве, если они пытаются проповедовать, то видят какие-то дома прекрасные, чьих-то чужих жен, и могут привлечься этим и отклониться от пути Бхагават-бхаджана. И поэтому для них не рекомендуется проповедовать кому-то, а рекомендуется проповедовать самим себе сначала. Если они успешны в такой проповеди, если они могут проповедовать сами себе успешно, а что это значит? Если они успешны в... чтобы проповедовать сами себе, то в этом проблем нет. А что это значит? Если... что те наставления, которые они дают себе, они должны в своей жизни сначала применить и проверить их. И вот, как маленькие дети, которые играют с игрушками, так можно видеть, некоторые преданные, они тоже играют с джапа-малой, они не знают значения великолепия Харибаджана. А если вы получите вкус Харибаджана, то вы уже никогда не оставите его. И поэтому я говорил, что тот саду, настоящий саду тот, кто не оставляет абсолютной истины даже перед лицом смерти, как Прохлад Махарадж, Друва Махарадж. Они, никто из них не оставил абсолютной истины. И Джада Бхарат тоже, несмотря на такие опасности, он не оставил абсолютной истины. И они подлинные саду. Но те, кто как хамелеоны меняют свои слова и убеждения, это смешно. Шрила Прабхупад говорил насчет таких людей шуточно, что те, кто... И Ваман Госвами Махарадж тоже так говорил, что вот в политике, например... А, то есть некоторые люди, они... присоединяются к одной или второй партии в зависимости от направления ветра, то есть от их результатов на выборах. И вот, к сожалению, сейчас на пути Бхаджана можно тоже видеть, что такие люди встречаются, которые присоединяются то к тем, кто вторым, кто к пятым, то к десятым. И вот Шрила Прабхупад говорит вначале, мы должны проповедовать сами себе, и без этого вы не можете проповедовать каким-то другим людям снаружи, поскольку те советы, которые вы не применили в своей жизни, если вы, они у вас не пройдены, эти все советы, вы их не испытали на себе, то глупо говорить другим, чтобы они это делали.
а если они пытаются, то какие-то скверные результаты получаются, и люди теряют всякое уважение к таким так называемым проповедникам. И некоторые люди думают, что что толку служить Гурудеву, какое благо, какую выгоду они от этого получают. И, к сожалению, можно видеть часто таких людей, что, которые даже служат Гурудеву ради какого-то, ради чего-то. Кто-то служит там 10 лет Гурудеву, например, потом как пенсионеры после ухода Гурудева выходят на пенсию и пытаются как-то получать какие-то почести за прежнее служение. И вот, вот эта шлока, и вот в этой шлоке говорится, что проповедники, которые дают другим советы насчет того, чему они сами не следуют, то это, толку от этого не будет, весь мир развалится в итоге. И сейчас, к сожалению, очень мало людей, которые хотят следовать Шарвата Пантхи, пути, который показал Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур. И вот, надеюсь, вы поняли, что хотел сказать: Адвайгьянтатва, чистый саду, который утвердился в Адвайгьянтатве, то будь уверен, что он счастлив видеть различия, но внутри его сердца всегда это Адвайгьянтатва. Но этот саду во всем этом бесчисленном разнообразии видит единство, видит Адвайгьянтатву, он видит единство в различии и в разнообразии, и разнообразие в единстве. И вот из Шримад Бхагавад Гиты, это шлока из 4 части, 24 шлока. И вчера я также вынужден был говорить на эту тему. И это из четвертой, вот это вчера Махарадж говорил четвертую, из четвертой части, 33-ю шлоку. Преданные спросят меня полностью объяснить Бхагавад-гиту. И вот Махарадж подумал, что когда будет, он думает, когда будет говорить, объяснять Бхагавад-гиту, поскольку времени на все не хватает. И но так или иначе, мы должны помнить эту шлоку. Butter and
И вот в этой шлоке говорится, что Брахма, он везде. Вот в примере с жертвоприношения, он как ги, которая подносится огню, как огонь, который принимает это ги, такие ложки, с помощью которой это ги подносит огню. И вот этот принцип видения Брахмы везде, во всем. И вот если мы осознаем, что вот в этом случае Брахма везде, то тогда это очень хорошее осознание, и тогда проблемы нет. Но я не говорю как Майявади. Здесь имеется в виду Брахма, личностный Брахма, а не безличные, о котором говорят Майявади. И вот сейчас я хочу к главной теме подойти. Если вы... И вот, если вы привлечены майей, то вы потеряете ваше положение, не сможете действовать как ачарья. Это не шутки, хотя Кришна говорит ачарья. Пытайтесь понять, что я сам ачарья. Вчера я также говорил, когда Кришна явился передо мной как этот... Кришна, а является передо мной как тот, кто дает советы, он гуру. Гуру – это не шутки. Я могу объяснить более четко в жизни совершенного ачарьи не может быть никаких признаков дживахимсы. Только Гаудия Матх, только Шрила Прабхупад, он говорит так, другие не знают об этом, они думают, что физическое какое-то насилие, отобрать, если что-то у кого-то или убить, это дживахимса называется, насилие над дживами. Но только Гауди Ачарья Варья Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, он объяснял по-другому. Его объяснение гораздо более научно и точно. И вот Шрила Прабхупад говорил, что если я не говорю об этой абсолютной истине, хотя я знаю, что они стремятся к идут в неправильном направлении. Я вижу, что они слепы и двигаются в неправильном направлении. И если у меня есть возможность направить их на истинный путь, то если они как-то не будут слушать меня, то это не проблема. Но если я вижу, что они готовы принять мое наставление, я должен сказать, что они идут в неправильном пути и показать правильный путь. И это польза этого Мадхаваса. Гурдев говорил, что не все живут в Матхе, кто-то в Коматхе живет. А Мадхавас, жизнь Мадхаваси. Жизнь Мадхаваси очень чиста, но кто установит все правила и предписания? И вот смотрите, большая проблема в этом. Все правила и предписания мы должны следовать, слушать всю Харикатху. Жизнь Мадхаваси – это значит, что мы должны исправлять себя каждую секунду. Но кто-то гордится тем, что он брахмачари и выгоняет всех из храма,
Но в моей жизни я вот сидя на Вьясасане, это единственная комедия или трагедия, случающаяся в моей жизни. Все говорят, что я очень строг, и поэтому мне не позволяют ни в каких храмах, в матхах. И это везде, и во Вриндаване, здесь и там, в любом матхе. Если Махарадж говорит Харикатху, то местные эти жители храма чувствуют какое-то неудобство из-за того, что Махарадж говорит об абсолютной истине, говорят, что он не может с ними не может общий язык найти. И вот если кто-то говорит, что если вайшнав не может найти общий язык ни с кем, то это, с другой стороны, значит, что он не вайшнав. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация. Я никогда не хотел совершать никакой дживахимсы. Может, вы какое-то время недовольны были мной из-за того, что говорю так сильно, но все же я никогда не прятал ничего. Я говорил об истине. И вот в жизни чистого ачарьи не может быть ни одного примера дживахимсы, насилия над живыми существами. И вот, надеюсь, сейчас вы поняли, что везде и всегда чистые вайшнавы могут видеть своего Иштадева, поклоняемого Господа, везде. Это очень важный признак, когда перед Махапрабху Рарамананда говорит: «О, Прабху, что случилось? Сейчас я видел, что ты Гоура, сейчас вижу, что Рада Говинда, обнимающие друг друга, сейчас опять Гуранга, что это? Объясни». Махапрабху улыбнулся и сказал, что ты Махабхагавата, куда бы ты ни смотрел, ты видишь своего поклоняемого Господа. А тот ответил: нет, расскажи, что это. Я вижу Рамананда, он просил снова и снова Махапрабху рассказать, что же он видит. Он видел Махапрабху в такой форме, и Махапрабху был вынужден признать. Но сначала сказал, чтобы тот никому не говорил, и вот он сказал, что... И вот он признался, что он есть Верховный Господь. И Туласидас также говорит очень прекрасным образом. И вот в этой шлоке описывается даршан Парамахамса. Туласидас говорит, что Парамахамса видит своего Иштадева, поклоняемого Господа, везде. А если мы не можем видеть Гурухари, я сидя на Вьясасане, не говорил же и утром после Аника, когда я иду поклоняться Гурварге и совершать свой баджан. Но когда я поклоняюсь Шриле Прабхупаде, я, сидя на Вьясасане, говорю точно, когда я поклоняюсь Шриле Прабхупаде, я иногда вижу его как Гурангу, иногда как Шрилу Прабхупаду. И я удивлен, видя это, что иногда я его вижу как Гурангу, иногда как Шрилу Прабхупаду. И это есть на самом деле, поскольку Гуранга явился в форме Шрилы Прабхупады, это точная сиддханта, и всегда пытайтесь понять это. Я могу более подробно говорить об этом, и вот дживахимса значит... Если я совершаю ошибку, совершаю какое-то оскорбление перед моей Гаудия Сампрадай, если я не могу
не могу говорить об абсолютной истине, я буду тяжело наказан. И если кто-то ради лабхи пудзы и протести говорит какие-то сладкие слова, но не... То есть такие люди, которые не говорят об абсолютной истине, а говорят какие-то красивые слова. И тогда из-за таких случаев сейчас вся сампрадая, она в большой проблеме, поскольку все следуют каким-то людям, которые красиво говорят о вещах, которые не имеют отношения к абсолютной истине. И вот что такое дживахимса, если вы позволяете мне... Если нам... если вы дали мне положение на Вьясасане, то я должен помнить и не говорить ничего, чтобы привело к вам какую-то опасность. Наоборот, я должен следовать точному пути и показать вам это точный путь, иначе я буду наказан. Кришна не сможет простить меня. Если я не буду говорить об абсолютной истине, абсолютным образом, находясь на абсолютном уровне, то тогда Кришна не простит меня, накажет. Может, я не... Я уверен, что я не буду популярен, и я не заинтересован в никакой популярности. Я не могу ожидать, что тысячи людей будут слушать Харикатху, но так или иначе не кто-то будет слушать, кто-то нет, кто-то гневаться будет, но так или иначе я хочу рассказать, что в жизни чистого ачарья нету тем дхармы, кармы, артхи и мокши. У него нету никакого стремления, никакого запаха дхармы, кармы, артхи и мокши. Дхарма значит обычная дхарма, телесная дхарма, общественная дхарма, умственная дхарма. Все так называемые дхармы, которым следуют обычные люди. Шрила Кешава Госвами Махарадж смеялся над этими материалистами, говорил: «Смотрите, насколько вы глупы». И у таких мирян, как правило, нет никакого представления о нитья-дхарме. Еще они думают, что нитья-дхарма – это какие-то ежедневные обязанности, но нет, нитья – значит санатан, это значит вечная дхарма, но у них нет такого, даже такого представления. Много людей думают, что нитья… Слово «нитья» значит ежедневное, а «нитья» значит вечное, а у них нет такого представления. И вот таким образом мы вот видим такое положение дел. И вот Шрила Прабхупад говорит, и наша Гурварга также говорит, что и вот следующая Харикатха будет 11 числа. И вот с различных точек зрения я хочу рассказать о Шриле Прабхупаде и его вечном идеализме, вечной ачарьятве. И как сделать так, чтобы этот идеализм явился перед нами, если мы искренне? Баладев, он настолько милостив, что даже я могу сказать, если я буду зависеть от Кришны, то Кришна может обмануть нас, но Баладев никогда не обманет. Баладев настолько милостив, что он никогда никого не обманывает. Он не обманет нас. Я сам пример. Гуру Махарадж дал мне наставления, какие-то преданные
А вот однажды я был в Далджи-Мандире, все уехали. Вот там один был, вот этот, вор ограбил храм и уехал. Сейчас он уважаемое положение вообще занимает, этот вор. И вот и вот там, в общем, все разъехались, никого не было, кто бы мог поклоняться. Я там был случайно, мне этот человек какой-то преданный сказал, чтобы я поклонялся Дауджи. Я сказал, что никогда не поклонялся божествам, как я могу. И вот я сказал, что не буду слушать его совета, вот если Гурудев скажет, то буду. И вот тогда мне Гурудев позвонил и сказал, чтобы я поклонялся Дауджи, что это очень благоприятно. Я сказал, что я даже мантры не знаю, какими мантрами поклоняться. Гурудев дал по телефону эти мантры. И сейчас после Аника я каждый день поклоняюсь в уме Дауджи непрерывно. И тогда я увидел действительно, Дауджи Махарадж очень милостив. Он может дать все, что нет. И таким образом... И вот Шрила Прабхупад говорил Бхактивинода Такуру, говорил они то же самое. Единственная обязанность ачарьи – это полностью защищать Сиддханту Амная Вани. Это единственная обязанность ачарьи. Единственная обязанность ачарьи – полностью защищать Сиддханту, поскольку мы никогда не можем защитить Сиддханту. А мы никогда не сможем защитить свою сампрадаю, и сейчас такая ситуация. Она преобладает во всем мире, что мы не можем защитить нашу сампрадаю. Поскольку сампрадая — это вайбав, это великое богатство этой сампрадаи, это ее учение. И если мы не сможем защитить сам продаю, что говорит Шрила Бхактивинода Такура. Я могу привести ссылки на все, что я говорю. И вот Амная Ваня Шрута Парампара. Шрута Ваня. Мы никогда не сможем защитить нашу сампрадаю, если мы не сможем защитить Сиддханту, поскольку Сиддханта Вани — это наше главное сокровище. Однажды у меня была возможность говорить в Чайтанья Матхе, но никто не мог говорить там. Но там тоже не смогли принять то, что я говорил, выгнали из Матха, но будьте уверены. Я нахожусь в Шри Чайтанья Матхе в тонкой форме. Вы не можете доказать, что я не нахожусь в Шри Чайтанья Матхе. Я нахожусь в Шри Чайтанья Матхе, внешне там какие-то материалисты заявляют, что это наш матх, уходите. Да, я могу уйти, у меня нет своего матха. И такая ситуация сейчас. И вот чтобы полностью защитить Амная Вани, Шрута Панха, это главное. Процедура и главная обязанность ачарьи.
защищать Сиддханту, защищать учение. Если мы не можем защитить эту Сиддханту Амнаявани, то я не могу признать. Вы, конечно, можете собраться в большую группу, выступать против меня, жаловаться на кого-то, жаловаться на меня кому-то, то я все равно не признаю, что вы ачарья. Но если я увижу, что вы следуете всей Амнаяпантхе полностью в вашей жизни, то тогда я увижу все признаки и одобрю вас. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет Амнаядару, что такое Амнаядара. Бхактивинода Тхакур объясняет. Так много книг, написанные Шрила Бхактивинода Тхакуром. Даже мы не знаем, не все знаем название книг, где они находятся, когда написаны. То есть часть знаем, часть нет. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур хотел объяснить, что такое Амная. Я сейчас читаю то, что написал Шрила Бхактивинода Тхакур. И вот первый человек, Брахма, он получил учение от Кришны в тот день, я говорил об этом. И вот вчера я говорил, из-за разнообразия человеческой природы, автоматически какое-то разнообразие мнений возникает. Кто-то следует принципам, которые показаны нашей предыдущей гуру парампарой, это зовется Амнаявани, а другие, они начинают следовать какому-то пашандавичару. И вот это Бхагават Дхарма Таттва Вигьяна нас нисходит через парампару очень прекрасным образом. Через парампару это приходит к нам. И если мы нарушаем поток этой парампары, то тогда мы не можем ожидать, что придет что-то такое неизменное. Поскольку вчера я уже сказал, сам Брахма говорит, что если обрыв парампары, то в этом проблема. И Бхактивинода Тхакур пишет, Брахма Вишвакарта, и через гуру парампару, это если это знание в первозданной чистоте приходит к нам, то мы можем принять его, а если оно искажается, как, например, через какого-то выбранного ачарю, то вот такая обусловленная душа, она в любой момент может совершить ошибку, когда вечная ачарьятва является, то тогда мы не можем сомневаться в этом. А если нет, то нет. И вот эти четыре недостатка, которые есть в обусловленной душе, но их
мы не можем ожидать жизни чистых гуру и вайшнавов. Но имеется в виду вот эта склонность к обману себя и других, их заблуждению, несовершенство чувств и еще что-то там, вот эти недостатки. И вот шлока из Мундаку Панишат, Гуру Махарадж часто цитировал ее. И вот это значит, что все исходит, приходит через парампару. Брахма получила это от Кришны. И дальше, как описывается в этом киртане, вот Гурварга киртан. И мы должны следовать той парампаре, которая описывается в этом киртане. И вот здесь говорится... И вот здесь есть такие слова, и Шрила Прабхупада этим хотел указать, что это подлинная мантра парампара, а если есть какой-то, какой-то обрыв, И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: «О Удав, с течением времени абсолютная истина, эта парампара, она теряется». Я передал это знание Брахме, потом вот эта нитья пралай были, и во время пралай разрушение Вселенной, это знание потерялось, и опять я должен был поведать его. И вот таким образом это течение Амная Дары, это течение Шраута Панхи, это течение Бхагават Дары, Бхактинон Дары, оно может потеряться на какое-то время, прерваться может на какое-то время, но Бхактинон Дара, она никогда не прекратится, она всегда будет. Может, мы не можем найти какое-то время, думаем, что ее уже нету, но она возродится
И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто действует как ачарья, это их главная обязанность защищать Сиддханту, защищать Сампрадаю. Если они не думают, то они не ачарья. И вот Саджантошини, со 150 по 160 страницу, там это говорится. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если какой-то так называемый ачарья занимается всякой ересью, то чтобы исправить эту ситуацию, вот на бенгали он говорит, что если мы видим какую-то плохую ситуацию, мы должны исправить, пытаться исправить ее. А если в процессе борьба возникнет с какими-то людьми, которые могут носить одежду ачарьи или шафрановую одежду, одежду отреченных, какие-то у вас проблемы могут возникнуть с ними, но все же вы должны принять. Если вы любите Шри Чайтани Махапрабху, и вот под именем Шри Чайтани Махапрабху мы должны признать, что мы не будем стремиться к популярности, поскольку мы хотим защитить престиж Гуру Варги. Я хочу говорить об абсолютной истине, я хочу следовать Шриле Бхактивинода Тхакуру, Шриле Прабхупаде, Шриле Кешаве Госвами Махараджу. И вот Шрила Бхактивинода Тхакуру дал такое наставление, если даже... А если вы видите какую-то неправильную сиддханту, то вы должны пытаться исправить. А если вы будете делать это, то может против вас будут выступать какие-то люди, находящиеся якобы в отреченном укладе жизни. Вот в моей жизни такое часто случалось. Я когда говорил об абсолютной истине, то какие-то недовольные люди часто находились. У меня нет враждебности с никому. Если они придут ко мне, я приму их как моих детей или в форме братьев Боги. Не хочу их имен называть, но такие люди часто как-то препятствуют. Но я вижу в их действиях милость, но так или иначе, до последнего вздоха я буду избегать сатсанги. Я не хочу видеть даже лица таких этих майвади. Я не хочу видеть лица таких людей в момент моей смерти, пускай они делают, что хотят, но я все равно буду говорить об абсолютной истине, абсолютным образом. Если кто-то примет это хорошо, если не примет, то это его дело. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы должны попытаться исправить такое неправильное положение дел. И вот Махарадж говорит, что если какой-то богатый человек, например, дает какие-то деньги с, ну, как бы пожертвования с какой-то определенной целью и говорит, что конкретно нужно делать на его пожертвования, то я таких пожертвований не принимаю. И вот так иначе Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы
в процессе оспаривания абсолютной истины вы разовьете какую-то враждебность с теми, кто против абсолютной истины, то в этом проблем нет, поскольку ради имени Гауранги мы должны делать все. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур дает наставление такое, что ни единого дня мы не можем потерять, даже единого дня. Мы должны использовать каждую часть секунды в нашей жизни. И тогда мы сможем совершать Харибаджан. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, человеческое тело, оно очень редко. Мы не должны терять даже час своей жизни, даже секунду своей жизни мы не должны терять зря. Это не шутки. И до тех пор, пока мы находимся на нейтральном уровне, до тех пор, пока мы не достигнем нейтрального уровня, то не сможем понять все это. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что никто не может действовать как ачарья, пока не достигнет нейтрального уровня. Но кто может сделать это? Кто может заявить, что они действительно беспристрастны? Все как к какому-то обществу относятся, а о сампрадае не думают. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, до тех пор, пока мы не будем находиться на нейтральном уровне, мы не сможем действовать как ачарья. Никто не может действовать как ачарья, если он не находится на нейтральном уровне. А кто достиг такого нейтрального уровня, он есть Махабхагавата. И вот и автоматически мы сможем получить ответы на все вопросы. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто принимают Гауди Сампрадаю, чтобы злоупотреблять ею, какие-то удобства иметь. Иногда видно, что какие-то майявади пытаются присоединиться к нашей сампрадае, но по их действиям можно видеть, что они чистые майявади. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто принимают внешне эту Гауди Сампрадаю, но не следуют, не совершают тот баджан, который должны совершать, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто не следует той процедуре, которая показана Гуру Варгой, они такие люди, они враги этой сампрадаи, но мы поклоняемся им. К сожалению, кто-то поклоняется таким людям. Они враги сампрадаи Шри Чайтанья. И вот такие люди могут быть врагами сампрадаи. И вот это Амнаядара, поток Гуру Парампары. И это единственная обязанность ачарьи защищать учение сампрадаи, поскольку и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, настоящая Шрута Парампара, она защитит нас. Если мы не сможем защитить нашу сампрадаю, если мы не сможем защитить учение Вани Вайбав нашей сампрадаи, то как саму сампрадаю мы можем защитить? Как это возможно? И таким образом все будет, все может быть потеряно. В бесчисленном мире, особенно Сарасват Гауди Сампрадая, под руководством Шрилы Прабхупады,
И Бхактивинода Такура, мы очень удачливы, но в то же самое время неудачливы, что мы теряем все. Шрила Бхактивинода Такура говорит, что те, кто получают этот пост ачарья, они должны пытаться выявить недостатки и избавиться от них. И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, чтобы выявить анархи и избавиться от них, это одна из обязанностей сампрадая. Я, сидя на Вьясасане, не говорил же в своей собственной жизни, я видел, если этот глава храма видит, что какой-то брахмачари, какой-то хороший характер у него, человек строгих принципов, то он думает, может, какие-то слабости в его жизни есть. И вот Махарадж видел такой случай в жизни. Вот этот командир Матха смотрит, что какой-то брахмачари пришел в Матху, очень строго всему следует, но думает, ну вот этот начальник храма хотел выяснить, что к слабости к чему есть, к женщинам, к деньгам или к славе, и вот если находит какой-то недостаток у такого брахмачари, то начинает его как-то, чтобы как-то управлять им можно было. Ну, Махарадж говорит, что, к сожалению, в храмах часто живут такие люди, которым лучше бы жить где-то подальше от храмов и не иметь никаких дел с матхом. Лучше бы занимались политикой у себя дома и не оскверняли храмы. И вот, к сожалению, сейчас такая ситуация, что же делать? И вот Шрила Бхактивинода Такура говорит, и мы должны помнить, если кто-то действует как ачарья, но если мы видим, что у него есть какое-то стремление к лабхе, пуджи и пратиштхе, то тогда в этом большая опасность. Шрила Бхактивинода Такура говорит в этой шлоке, прекрасной шлоке из Шримад Бхагаватам Махапурана, первая часть, 142 шлока какая-то. И вот известная шлока, когда Парикшит Махарадж, он выбросил Кали из своей страны, то Кали, он просил прощения. Кали говорит: «О, Махарадж, куда ж не идти? Нет места, куда я не посмотрел, везде твоя земля, твое царство, пожалуйста, дай мне какое-то место. Согласно правилам и предписаниям твоим, я буду вести свою жизнь
И тогда Парикшит Махарадж, согласно его просьбе, и вот этот Кали взмолился Парикшит Махараджу, чтобы тот пощадил его и дал какое-то место для жизни. И тогда Парикшит Махарадж сказал, Парикшит Махарадж, он Махабхагават очень разумный, он подумал, хотя Кали полон опасности, но все же есть великое достоинство в нем. И что же за достоинство? То, что с помощью совершенного санкиртана в Кали-югу можно достичь совершенства, и это великое преимущество, но не все, к сожалению, им пользуются. В будущем, по милости Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура и Гуру Варги, если вы благословите меня, я хочу этот принцип воплотить в жизнь. Кали не может сделать ничего. Я вспомнил эту шлоку, она очень прекрасна из Нити Шастра. На санскрите есть такая Нити Шастра, и там... Что Кали может сделать мне? Я могу объяснить эту шлоку попозже. Что Кали может сделать Видуре? Из храма можно выгнать чистого вайшнава, но какое дело ему? Вы так попадете в ад своим действием быстро, но Видура, смотрите, великий вайшнав, но Дурьотхан, он выгнал его из дома, и в этом проблема. Мы большой храм открываем. А кто-то какие-то большие проекты пытается воплотить. Но с этих храмов, к сожалению, гуру вайшнавов, чистых гуру вайшнавов выгоняют, чтобы никто не видел, что за ересь происходит в таких храмах. И, к сожалению, сейчас часто такое можно видеть. Но можно проверить, если как вот этот вайшнав будет находиться в лесу, все равно он может прекрасно проповедовать, а мы, находясь в любом месте, не можем. И если нет места, нет просто какое-то поле, то... И вот как Бхакти Вивек Бхарати Махарадж в Даке на поле просто проповедовал, на поле говорил Харикатху там. Но я никогда не пытался соревноваться ни с кем относительно Харикатхи и Киртана, никогда. Это не шутки, это вопрос самосознания. Если по милости Гуру Вайшнавов мы можем осознать все, что, в чем опасность. Для Видура Видуры, какой вред Кали может принести чистым вайшнавам? Если вот этот вайшнав всегда говорит об абсолютной истине, его
тело посвящено Верховному Господу. И он действует согласно желанию Господа. Если я буду следовать своему уму, беспокойному уму, то тогда я не смогу говорить Харикатху. Понимаете? Что Кали может... Какую опасность Кали может привести, принести, поскольку цель чистого вайшнава только совершать харибаджан. Если такого вайшнава вы выгнать из храма, то какое дело ему? И вот если такой вайшнав, если его будут выгонять отовсюду, и он разочаруется, то как он сможет исполнять указания Шрилы Прабхупады, Гуру Варги, Нитянанды Прабху? Поэтому нужно иметь терпение. Если мы потеряем терпение, то не сможем говорить Харикатху, чтобы понять, осознать Харикатху. И вот я буду говорить об этом, о том, что в жизни Ачарьи не должно быть. И вот Махарадж завтра продолжит. Амуни значит, что те места, где позволили находиться Кали, в пяти местах. И вот и после этого... И после этого очень важные слова сказаны. И поэтому... И вот из этой шлоки Бхагаватам я расскажу, кто такой, я объясню, кто такой Ачарья, вы будете восхищены. И вот Махарадж 11 числа будет говорить об этом, но у нас сегодня время кончилось. Кипая хори киртана мурти дарам тарани варахарка гаураджанам Janakadika Vasala Singhda Padam Pranamami Sada Prabhupada 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 Padam Vanchakalpada Rusike Pasindu Bhavacha Patitanang Pavanubhavishna Bhyo Namona.